Здравствуйте, Маша. Здравствуйте. Маша, 21 января состоится ваше выступление на битве полов. Вот почему вы дали согласие участвовать в таком соревновании? Во-первых, это новый формат, это всегда очень интересные эксперименты. И сейчас в России, к сожалению, мне одной в секторе приходится прыгать одной, потому что на последних двух соревнованиях, когда я начинала, девочки уже заканчивали, поэтому для меня это очень интересно попрыгать с сильнейшими мужчинами России, несмотря на их силу. И то есть я буду на равных с ними по результатам. Одна против всех. Да, и это интересно, это весело, и я уверена, это привлечет внимание, так что я всегда за это. Тогда желаю вам успехов и желаю вам победить мужчин всех во главе с олимпийским чемпионом. Я буду стараться. Спасибо большое. Спасибо большое. Удачи вам. Спасибо.